Президент поручил сократить время проверки документов на границе с Молдовой. Впереди новогодние праздники, и нужно создать нормальные цивилизованные условия для перемещения граждан и гостей республики, сказал Вадим Красносельский. Мы должны все-таки построить работу таким образом, чтобы вне зависимости от кодов, от уровня террористической опасности, максимально снизить время нахождения граждан на пункте перехода. Сейчас из-за желтого уровня террористической опасности пограничники и таможенники на постах проводят более тщательную проверку автомобилей и документов. Иногда люди вынуждены стоять в очереди по 40 минут, особенно на выезде из Бендер в сторону Кишинева. Вадим Красносельский поручил разобраться с очередями на границе и уменьшить время проверки документов. На пункте пропуска Бендера-Кишинев планируют построить дополнительную полосу для грузового транспорта. Она будет бетонной, рассказал глава Бендер. Из-за большого потока машин здесь быстро портится дорога.